Я чуть-чуть подробнее расскажу о кликмастере, потому что, на мой взгляд, это является сейчас основным нашим продуктом. Здесь ничего особенно сложного нет. Для начала вы должны зайти вот на этот сайт кликмастер.com и нажать кнопочку, что вы регистрируетесь. Я просто пробегусь вам, чтобы вы поняли, как все это работает. Затем идет регистрация. Ничего, поверьте, здесь сложного нет. Самое главное, чтобы, поскольку кликмастер привязан к нашему основному сайту, где у нас есть аккаунт на libertad.com, поэтому здесь все данные вы должны вводить точно так же, как и там. То есть все здесь абсолютно так же пишется, как включая серию номер паспорта, фамилию, имя, почтовый ящик. То есть все точно так же пишите. И тогда вся регистрация достаточно быстро и успешно проходит без проблем. После того, как вы прошли регистрацию, вы можете войти в кабинет. То есть заходите на кликмастер и ту самую почту, которую вы там указывали, и тот самый паспорт. Я всем советую своим партнерам не менять паспорт, чтобы не запутаться, и паспорт, имеется в виду пароль. И вот здесь вот пароль пишется тот же самый, который у вас был в Либертадже. Если вы указали при регистрации, здесь точно такой же. И вы заходите внутрь кликмастера. Когда вы входите первый раз, то у вас здесь все, что называется, по нулям. Кредиты 0 и фонды 0. Первое, что надо сделать, это пополнить сначала фонды. То есть это те возможности, которые у вас есть в данном, на данном сайте в кликмастере. Как это делается? Вы щелкаете на кнопку пополнения счета. И ставите сюда почтовый ящик, то есть вашу электронную почту и пароль уже от вашего аккаунта или от какого-то другого. Это тоже важно понимать, что не обязательно вы можете брать деньги только со своего аккаунта. Вы можете взять деньги из другого. Согласие, естественно, владельца этого аккаунта и договорившись с ним, что вот именно так вы будете это использовать. Здесь ставится платежный пин-код того человека, кому принадлежит вот этот аккаунт с почтой и паролем. И затем сумма пополнения. Сумму это может быть 50, 100 и так далее. То есть там цифры в основном кратные 50, чтобы можно было разные использовать возможности этого сайта. Затем нажимаете подтверждение. И вы сразу, значит, еще раз подтверждаете, что они выскакивают, что вы пополняете фонд, вы его подтверждаете. Что в этот момент происходит в бэк-офисе? Вот в тот момент, как вы нажали кнопочку подтвердить, в бэк-офисе у вас, вот в данном случае, вот это просто один из моих аккаунтов, вот видите, $50 у меня тут же списалось. То есть я $50 пополнял. И заметьте, что мне тут же пришла комиссия 12,50, те самые 25%, поскольку этот аккаунт является визионером, то тут же мне пришло вот такие деньги, вернулись сразу на мой баланс. Обращаю внимание, в связи с правилами компании, вот по ограниченности вывода на вот в данный момент действующим, то есть после того, как вы это сделаете, вам примерно месяц выводить деньги нельзя, то есть поскольку эти деньги списываются именно с available аккаунта. Обратите на это внимание, сказать, такая мелочь, но важная. Вот мне после этого пришлось ждать вывода месяц, до следующего месяца, когда разрешен вывод. После того, как у вас пополнился фонд, можно этот фонд перевести в кредиты. Если здесь было бы, например, 150, то вы бы могли перевести разную сумму, и 50, и другую какую-то. Сейчас вы увидите, как это делается. Вот мы нажимаем здесь «Пополнить уже кредиты». Здесь есть такой движочек. Вы должны знать, что вот можно выбрать вот здесь вот этим движком ту сумму, которую вы хотите. Здесь полная сумма, в данном случае 50, и я ее, соответственно, поставил на 50. Таким образом у нас получилось, что мы выполняем в данном случае на 50.
Вот мы нажали подтверждение, и нам сообщают, что вот у нас уже вот сейчас они еще на фондах, вот, а вот сейчас они уже появились в кредитах. И вот сейчас начинается самая важная часть. Вы начинаете заниматься тем, чтобы работать с тем сайтом, который вы хотите раскручивать. Что для этого нужно? Нужно нажать вот на эту кнопку «Добавить сайт на просмотр». Вот это цены, вот это количество кредитов. В данном случае кредиты равны 1 доллару. То есть есть за 12 долларов можно посмотреть 1000, то есть 1000 кликов будет на сайте его просмотрит, за 55 тысяч, ну и соответственно за 1000 долларов 150 тысяч кликов. Здесь все вот очень просто, здесь не вот, несмотря на то, что такая таблица, казалось бы, большая там, ничего там сложного нет, сюда вписывается просто вы берете из строки браузера того сайта, который вы хотите, чтобы поставить на скрутку, сюда вписываете вы его HTTP, значит, просто его там www такой-то, или иногда без www, это может быть блог, это может быть сайт, пожалуйста, что вы хотите раскручивать, то и раскручивайте. Здесь пишите название сайта, ну просто, чтобы вы не запутались, какой сайт вы раскручиваете, название его и описание краткое. Затем вот выбираем пакет, на который мы ставим раскрутку. Вот мы только что смотрели эти пакеты, но естественно не больше, чем у вас стоит сейчас в фондах и потом уже в кредитах в данном случае. Ну, поэтому здесь вот у вас будет там, соответственно, пакет, который на 50. И вот очень важная вещь. Это у нас одно время плохо работало, сейчас все налажено и хорошо работает. Здесь можно выбрать, здесь такой есть выпадающий список, из него можно выбрать несколько стран. Можете поставить на весь мир, пожалуйста. Можно поставить на несколько стран, где будет показываться ваш сайт. Вот мы находимся сейчас на Кипре, часто бываем и в России. И когда мы находимся на Кипре, то мы тут видим, соответственно, греческих сайтов. Когда мы приезжаем в Россию, то мы видим, безусловно, больше русских. Вот так это все устроено. Затем вы подтверждаете это дело. И вот он появляется у вас. Ваш то, как вы его назвали. Значит, здесь появляется и значит, на каком пакете это все у вас находится. Какое-то условное его имя. И сначала он будет в ожидании. То есть какое-то время сайт не показывается там. Обязательно следите за этим. Потому что иногда бывает так, что потом люди обижаются, что они поставили сайт на раскрутку, поставили его там на 5000 кликов. Народу у нас много, и там где-то ночью кто-то его посмотрел и, так сказать, может малоэффективно. Вы можете в любой момент приостановить эту работу после того, как вы увидите, что счетчик начал работать. Таким образом, все эти просмотры, безусловно, пройдут, и почти всегда их бывает больше, чем вы заказывали. Это абсолютно точно, я это смотрел, ни у кого не было меньше, всегда больше. Ну вот, например, здесь я заказывал 5000 кликов, а там получилось там где-то в районе 5200 с чем-то. Вот, ну, я здесь ставил на раскрутку магазин драгоценностей, ну, точнее, бижутерия. Итальянская бижутерия, наша подруга здесь, у нее такой магазинчик. И его достаточно, так сказать, успешно посмотрела. В течение 7 дней это было поставлено, но просмотрелось немножко быстрее, всего за 2 дня. Значит, вот здесь, если вы обратите внимание, вот здесь внизу есть такая возможность поставить ваучер. Это то, о чем я вам говорил, что если вы, например, купили ваучер, как на киты, то вместо того, чтобы платить деньги из внутреннего своего баланса, вы можете поставить сюда номер ваучера, и эта работа будет вестись и на них. Причем, если даже у вас работа закончилась, вы всегда ее можете продолжить. Если вы пополнили кредиты, то можно продолжить раскрутку этого сайта и дальше. Вот
В данном случае, вот так попросила мне моя подруга, чтобы я раскручивал это на весь мир. И у нее действительно были случаи, когда люди покупали из Америки у нее, и она решила, что нужно это на весь мир. И вот, соответственно, здесь показала, в каких странах, сколько посмотрела народу. И вот там на первом месте Китай, который у нас абсолютный лидер сейчас в компании по количеству участвующих в Либертадже. Но вот видите, на втором месте, вот есть я, респект и уважение людям из Литвы, вот видите, они довольно активно в этот момент смотрели, и поэтому, видите, опять здесь на втором месте. Здесь показаны первые 10 стран, которые были, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, 10 стран, кто были наиболее активными. Ну, соответственно, на остальных вот, тоже было там около там, двух, чуть больше 2000 смотрело и из других стран. То есть такая статистика тоже есть. И кроме того, еще есть статистика, в какой день сколько посмотрело. Вот у меня так получилось, что за 2 дня все это было просмотрено. Фактически, вот я вам все это и рассказал. Значит, другое дело, что вот глядя на эту золотую рыбку, кроме того, что вы так вообще сейчас узнали, поверьте, надо во все вникать. И вот даже простой инструмент Кликмастер, с ним можно очень-очень много и по-разному работать. Ну, например, делать некий дисконт. Если у вас скопилось достаточно много денег на бэк-офисе, на вывод, и вы узнаете, пожалуйста, обстановку в вашем городе, сколько стоят такие клики. И всегда можно, например, сделать скидку, чтобы быть конкурентоспособным на рынке. Я хорошо знаю, что наши лидеры, многие очень хорошо этим пользуются. В Либертадже можно работать и можно зарабатывать. Надо единственное быть вникать, верить в компанию, помогать ей, не ныть и идти вперед.